А в Караганды жильцы трех многоэтажных домов опасаются ночевать в своих квартирах. По стенам поползли трещины. Причину люди видят в строительстве нового дома по соседству. Всего в нескольких метрах уже в течение месяца забивают сваи для новостройки. Кто беспокоится за то, чтобы поднять плиту, кого-нибудь не прибили. По словам Гульнары Дарибаевой, от постоянной вибрации плиты на крыше ее дома стали съезжать за край и уже опасно нависают. По стенам в квартирах и подъездах пошли трещины. Виной всему 1200 свай, которые вбивают рядом для новой частной десятиэтажки. С самого начала, получается, уже пошли как бы толчки, такие серьезные толчки, ощущаемые. Прям вы чувствуете их? Прям чувствуем уже. Даже ухожу по селам, думаю, сейчас со дня на день все это повалится на голову. Люди жалуются, что сходят с ума от грохота, который не прекращается ни в выходные, ни в праздники. Участковый на жалобы реагирует вяло, жалуются люди. В советское время на этом месте был котлован. Он постоянно заливался водой. Если почва она недостаточно плотная, да, то эти сваи, они вот как только сейчас все начнет таять, они идут в глубину, их дом просто упадет. После многочисленных жалоб в Акимат власти обещали разобраться в ситуации. Застройщики же уверяют, что сами заказали независимую экспертизу. Она будет готова через 3 дня. Буквально на днях будет выдано заключение уже. Предварительные результаты этого заключения. Нарушений конструктивных элементов здания нет. В принципе, я не думаю, что можно жильцам проявлять беспокойство. То есть речь идет об одном доме, а на трещины жалуются жильцы двух. Люди призывают чиновников обратить, наконец, внимание на эту стройку. Трещины, вот они вот идут, получается, все здесь уже вот видно. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.